Это вот вы видите пожарные стволы. Вот комбинированный пожарный ствол. Как смотрите, у нас будет, да? Ствол Б. То есть ствола. Здесь также рукава пожарные. Туда же включается, там в отсеках есть. Это порт управления, значит, сообщение, взаимодействие. Отдельных подразделений, частиц, в общем, обеспечивается связь. Так вот, решил телефонный аппарат. Это телефонный аппарат, но не такой, как у вас вот дома, или там взяли, набрали. Это наш телефонный аппарат, он может работать абсолютно без подпитки сети. У него... Вот такая вот она, вот без антенна. Гарнитура. Это называется ларингофон. Одевается он, я сейчас вам на себе покажу. Одевается он, значит, не так, как вот, допустим, вы привыкли видеть, что микрофон взял, говорить. Он одевается просто вот на ухо, а это вот так к щеке или вот так. То есть, ну вот. Все, лепас. Давайте сейчас я вам машину покажу. Пройдемте сюда. 4 радиостанции. Вот. Это одна, вторая, третья. И вот там должна стоять еще четвертая, точно такая же радиостанция. Это значит две угловые радиостанции, одна угловая радиостанция. Значит, вот эта машина, здесь полностью все, вот здесь рабочее место родителей. То есть вот это у нас солдаты, полностью здесь все работает. Пойдете в армию, кто-то из вас, возможно, будет родителем. Так что вы... Я Гейзер 05, Гейзер 05, прием. Гейзер 05, Гейзер 05, я Вимка 47, вас вышло 4 балла, на 4, как понял я, прием. Тоже на 4 балла. Вышло у вас тоже 4 балла. Вас понял, дежурил. Понятно, да, ты же тоже? Ну давайте. Да, это он Юга 47. А ты Гейзер 05. Юг 47. Даже вот так.